приветище! Это Пауканыч, мы снова здесь. Ну как здесь? Я где-то высоко в небесах, летаю на островке Шалашика. Шалашик — это птица, которая сделала вот этот шалаш. Цветные камни — это, соответственно, то, что обожает шалашник. Он их собирает и просто, как знаешь, как музейный экспонат хранит, естественно, добавляя в свой домик. Значит, они нам нужны, эти камушки, для того, чтобы открывать потайные комнаты здесь. Сейчас тебе покажу. О, прикольно, смотри. Камень летит. Можно же вот так вот сделать. А я по... Стой. А я по своей паутинке просто пробегу. Ништяк. Хорошая идея была. Сейчас, вот так вот еще сделаем. Тихо, камушек, не падай. Ты мне еще пригодишься. Где-то наверху... По-моему, наверху... Была возможность этот камень вставить. Сейчас. Ну-ка. Вот, да, вот сюда надо тебя вставить, дружочек мой. Да, вон туда. Опа! Спасибочки. Идем дальше. Значит, давай еще карту посмотрим. Мы сейчас находимся здесь. Нам нужно, скорее всего, попасть сюда. Чтобы это сделать, нам надо вот так вот по низу пробежаться, залезть сюда и вот так вот через верх его пропрыгнуть. Но это не точно. Это не точно, и сейчас мы это узнаем. Ой-ой-ой-ой, давай наверх. Ну что ты, соберись. Так, остров падает, надо его зацепить, чтобы он не падал. Всякий пожар. Нам точно сюда? Там наверх или вниз? Походу вниз. Давай я еще туда залечу, посмотрю, там ничего нет. Нет, там ничего нету. Окей, делаем вот так. Поехали. Падаем. Юху! А где камень? Надо камень где-то достать. А я не видел здесь камней. Странно. Откуда же его тогда достать, если здесь нет камней? Месье Пауканыч в недоумевании. Какого лешего? Где камни? Откуда я могу его вытащить? Я уже во все камни пострелял. Может быть, все-таки вот этого дотащить туда? Вот этот островок с камушком? Ладно, полетели со мной. Иди сюда. Нам нужно... Оп! Успел, успел. Нам нужно притащить тебя сюда. Давай, тащись. Сейчас я буду его еще подстреливать. Воу! Что это за спайдерменские? Тут штучки начались. Я, пожалуй... А знаешь, как можно сделать? Я сейчас сяду на него и буду стрелять вот так вот. И мы сейчас со спокойной душой. Главное не перевернуться нафиг. Нам теперь в другую сторону надо. Ладно. Затягиваем. Поясочек. Ну же, вот сюда нам, пожалуйста. Я думаю, что вот этот кусочек земли с камушком зарешает. Вполне может быть. Сейчас узнаем это. Ну-ка, а вот это отстреливаем. Ну давай, залази. Повыше чуть-чуть надо поднять. И вот сюда. Не, нифига он не зарешает. О, получилось, прикинь. Хо-хо. Походу, теперь мне вот этот здоровенный кусок нужен. Полетели со мной. Полетели, полетели мы наверх. Буду его тащить. Не знаю как, но как-то буду. Ух, сколько здесь потока. Огромная куча просто. Паучок, ты там держись. Ну, почти все. Почти все. Сейчас я его поставлю вот сюда. Ой-ой-ой. Вот сюда прям залетай. Эх, промахнулись мальца. Ну, сейчас. И... Ну, что ты? Куда ты полетел-то дальше? Вот твое место. Надеюсь, здесь нету никаких секретиков, но вроде все проходится на фул. Фу-фу-фу. Ох, сколько здесь камней-то летает. Гляди. Давай-ка найдем вначале эти пазы, а потом будем камни тащить куда-то. Поток. Вот, я вижу, первый паз наверху был. Здесь закрыто. И здесь паз. Подожди, получается, вот сюда наверх, наверное, надо, хотя не факт. Не так раскоряченные деревяшечки под камень. Куда еще нам камень нужно затащить? Сейчас один дотащим. Может быть, просто тут так задумано разработчиками. Подожди, давай я тебя здесь закреплю. Сейчас еще... Нет, тут нет ничего снизу. Окей. Оки-токи. А вот так вот можно сделать? Вон туда. Все, погнали. Камушек. Может, мне нафиг не надо от никого спасать? Меня и камень бы устроил. Ой-о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 й. Но я его зацепил. Я что имею в виду, что меня камень бы устроил? Я про своего молодого человечка-паучка.
Типа, нафига он мне сдался? А где мой камень? Я не понял. Я тащил его, и зацепил его. Я ж зацепил. Было такое дело. Нифига себе. Так, хорошо, давай новую паутинку пустим. Куда бы? Вот сюда бы, наверное. Ну, где же мой камушек? Да, походу, я просрал камушек. Ну, ладно, идем за новым. Что ж такое-то? Камушек. Да, вот, вот это возьмем. Полетели со мной, составишь мне компанию. Паучью компанейшн. Бежим, 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 бежим. Тут перепрыгиваем. Ай, зацепился. И так-то все просто. Давай вниз. Ой. Умудрился. Фух, пронесло. Теперь иди сюда, прыгаем и взлетаем. А, нет, нифига, так не прокатит, надо отцепить тебя вначале, да? Стой. Я без тебя никуда не пойду. Да что ж такое-то? Тяжеловатенько будет. Иди сюда. Иди к папке. О, вот так нормально. О, здесь и второй, вот он. Его просто потоком подняло. Все понятно. Сейчас. Мы сделаем вот такую вот паутинку. Опа. Сложновато будет сюда, конечно, пробраться. Зацепился за камушек. Ладно. Отстреливаем его. В принципе, это то, что нам нужно было. Иди сюда. Теперь. Куда ты? Подожди, не торопись. Тебе наверх надо. Ну, цепляйся там, вставляйся. Сейчас проверю карту. Тут все у нас? О, мы в центр пробрались. Где-то здесь должен быть паучок, мой дружок. Вот сюда надо камень ставить. Камушек. Камушек. Эй, камень, иди сюда. Пойдем со мной, брозер. Какой ты красивый, блестяш, переливаешься так. Сверкаешь. А у меня только корона сверкает. И глазки. Но чуть-чуть. Промахнулся я. О! Здоровенько, муженечек. Паучочек. Отыскать своего возлюбленного. Нашел. Убежать вместе. Хорошо. Чтобы танцевать, нажмите Q. И привет. Потанцевали, поцеловались, обнялись. Паутинку твою могу отстрелить? Не, не могу. У тебя такая цветная паутина прикольная. И жопа у тебя тоже такая же, как эти камни. Цветные. Не зря тебя все-таки шалашик перепутал с этими камнями. Надо тебе поспокойнее как-то одеваться, муженек. Ладно, будем искать выход. А че ты? А че ты со мной-то не идешь, а? Я уже потанцевал с тобой. А, надо танцевать, чтобы он шел за мной. Иди сюда. Давай я еще наверху посмотрю, там ничего такого интересного нет. Знаешь, сейчас шалашик, короче, как раз зазлится, скажет, ты че мой камни отсюда прешь? И как нас склюет вместе с муженьком. А, надо камушек сюда притарабанить. Сейчас притарабаним. Я найду какой-нибудь оторвавшийся летающий. Что-то нифига не видно. А что если я вставлю? Иди сюда. Ты, походу, нам поможешь. О, отлично. Камни мужа использовать вместо камня. Это вообще отличнейшая идея. Ну что ты, пошли. Я все забываю ему ручками махать, он как будто слепой. Без моей указки вообще никуда. Сюда бегом. Эй, йо. Муженек, вставай. У меня такой попки, как у тебя, нет, поэтому без тебя я тут не выберусь. Это судьба. Я пришел спасти тебя, а без тебя мне отсюда не уйти. Ну что, ты не поднимешься? А как же паутину? Ты такую красивую цветную паутину умеешь плести. Иди сюда. Давай, погнали. Ну, муженек, ну что? Это не муженек, это какой-то, я не знаю, болтус. Самостоятельно вообще не передвигается. Как трутень у пчел. Трутни — это пчелы мужского пола, если так можно выразиться, которые не носят мед. Мед носят только пчелы женского пола. Черт подери, птицка! Птицка! Шалашик нас запалил, муженек. Давай сюда. А, конечно, ему надо паутинку сплести. Реально трутень. Ничего не хочет делать, все приходится самому. Ой, сейчас я тебе наверх тогда сплету. Аккуратненько. Давай вот так вот лучше сделаем. О, как это так вышло? Офигеть. Странно как-то. Кто-то порезал мою паутинку. Давай, поднимайся сюда. Давай. Прыгай. Ты что, на ручки хочешь, чтобы я тебя взял, что ли? Ты офигел? Пошли. Теперь сюда и вот так. О, молодец.
Молодец. Пока хорошо идем. Семейный тандем. Сюда. Ну ты запрыгнешь тут вот, через вот эту паутинку давай. Ну же! Ты меня любишь или нет? Ты же... О, отлично. Теперь сюда. Потом туда. А, нет, он туда не запрыгнет. Надо паутинку сделать так. Погнали. Молодчина. Какая запутанная история. Сюда, сюда. Смотри, как он прыгает смешно. Забавно. Ну же. Наконец-то. Все, мы преодолели это препятствие. Давай, вставляй сюда свою жопку и пошли. Сейчас шалашенька. А, вот крыло его. Ты че, Паш? Он меня сожрал. Ты офигел. Голубочек. Сейчас буду его отстреливать. Куда нам? По низу, наверное, пройдем. Шалашик, иди сюда. Сейчас еще паутина его так вот сделаю. А, негодяй. А шалашика он не трогает. Он думает, что это камушек. А, в смысле, муженька моего. Шалашенька, блин. Запутался уже. Сейчас, походу, в конце будет финальная битва. Че ты тут своим клювом тарабанишь? Вот, сейчас тебя накроет. Получай. Нет, конечно, не накрыло, но... Паучок, давай, прыгай. Ну что за дела? Ну ты что, прыгнуть не можешь, что ли, нормально? Капец. Так, не туда паутину зацепил. Давай. Вот, переходишь такой спокойненько сюда. Вот. Ну, чё ты там застрял-то? Тебя можно паутиной как-то... Пошли, говорю! И вот даже так... О-о-о, получается. Пошли. Быстро. Я выгляжу, как будто жена прет мужа домой. Алкаша. Вот тебе паутинка, давай. Вставляйся. Ништяк. О, и здесь тоже пролез. Откуда у тебя провода, шланги всякие? Конструкции муравьев. Ты что, и муравьев еще? Скотина. Я думаю, что мы сделаем сейчас вот так вот. И все, она нас не запалит. Надеюсь, моя паутина выдержит. Я сейчас прям хорошо там все зацеплю. Ну-ка. Ха-ха-ха-ха. Никак, да? Вот и хорошо. А мы спокойно душой валим. Здесь у нас пропасть небольшая. Ай, я в эту пропасть упал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое, почему я упал? Через свою паутину. Это, ну, так нечестно. Это прям испанский стыд. Она еще и не тащится. Что? Что за дела? Давай, перекатывайся. Муженек, потащи хотя бы деревяшечку, а? Че, у тебя хоть какой-то толк должен быть. Так, значит. Сейчас. Надо ее теперь вверх. Опаньки. Вот так вот. И теперь... Стой, 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 стой. Ну, вот так вот вполне может и сойти. Ага, не смогла. Деревяшечка мешает. Ага, вот это да. Стремненько что-то как-то. Мне тут. Муженек. Ха, я-то перелез. Главное, чтобы муженька не сожрали. Все пучком. И здесь тоже ты. А, да тут их несколько, оказывается, этих шалашников. Пока он убежал, надо сюда. Муженек, давай, 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 давай. Отлично. Теперь наверх вот сюда залази. А дальше я не знаю, как быть. Опа. Чуть не сожрали нас. Давай вот сюда. И потом вот сюда, вот так вот. А! У тебя что, шея жирафа, что ли? Как ты дотянулась? Что за адские демоны здесь, а не птицы? Вроде наверху должны быть ангелы, а тут какие-то бесы голубые обитают. Шалашники, которыми называют. Ну, как бы бесы они для паучков бедненьких. А для... Да как так сквозь веточки? Ты что меня бесишь, а? Ты меня сейчас выведешь из себя? Я тебя лазером точно сжарю. Курица-гриль будет у меня потом. Муженек. Еще муженек подбешивает вообще... Прям сожрали мужа. Просто фейспалм. Вот я сейчас рука-лицо. Ну, как еще это назвать? Муженек, не тормози. Съешь сникерсни. А то бесишь. Вообще бесит меня вся эта ситуация. Давай беги. Ну что ты там застрял? Старый пердун. Куда тебя все несет-то? Че, корму заносит из-за тяжести? Или че? О, тихо. Пошла вон.
достало. Аж вообще не могу. Так, спокуха. Спокуха. Муженек, иди сюда. Запрыгиваем. А дальше куда? А дальше вот сюда. Муженек, корявая ты брюхо. Надо спрыгнуть, а то он меня сейчас может и съесть. Сюда, говорю. Взбираемся наверх. Давай, 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 давай. Потом сюда. А, капец, он упал. Ты взберешься или нет? Чунгачкук, блин. Вот тебе паутинка, иди сюда. Быстрее сюда и вот сюда. Ух, пронесло. Наконец-то. Как-то да получилось. Теперь иди сюда. Здесь никого нету. Вроде норм. Вон там вот могла что-то и вылезти, чья-то башка. О, шестереночка, пожалуйста. Откуда у них шестеренки, а? Ну ладно. Тут хотя бы все попроще будет. С шестерьми мы умеем работать. Давай же, поднимайся. Еще, 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 еще. Вот, отлично. И теперь вот эту переключаем. Так. Теперь поднимаемся сюда. Потом в... О, как могу пульнуть туда даже. Ну ладно, пускай. Вот сюда лучше. Отсюда сюда, вот так вот. Муженек. Тут металлическая преграда, по идее, мешает ей. Надеюсь, она не пробьет ее. Давай, ну что ты там, не тормози. Вот. Лично мы здесь. Птиц нету? Вроде нет. Фу, какой большой уровень-то, а. И довольно сложный. Че, где мы? А, мы уже в небе где-то там. По крайней мере, карта так показывает. Скоро мы бежим. Пчелка! Паучок, ты выжила! Да, ты не представляешь, что я пережил. Меня пару раз уже сожрали. И спасла своего любимого. Да блин, лучше бы не спасал, он такой тупой. Мы почти готовы отправиться домой. Влад? Влад. Ну и имечко, конечно. Так, а Влад это кто? Это муравей или... Да, это муравей. Влад Муравей. Точно, я забыл его имя совсем. Влад как раз разворачивает воздушный корабль. Подождите. Что подождите? Тебя сейчас сожрут. Он приближается, осторожно. Кто он? Главный шалашник? О боже мой, пчела, лети отсюда скорее. Муж, как ты меня бесишь, а? Опять из-за тебя куча проблем. Ну нет, на этот раз у него ничего не выйдет. Держись, паучок. Мы поймаем эту птицу. Ой, ла 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 ла, можно я зацеплюсь просто за птицу? И по жопе ей надаю. Так, надо как-то запрыгнуть. Вот. Так вот. Ну чё? Сейчас тебе глаза выколю. Получила? Пчела. Чё делать-то? Вниз падаем? Ага. Главное, чтоб нас ещё молния не шибанула. У меня ж корона всё-таки. Опа. По жопе ей дал. Стой, 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 стой. Как она уворачивается-то от меня, а? Есть, залезли. Ой-ой-ой, брыкается. Получила? Получила. Сейчас я тебе надаю. Я не вижу, куда мы падаем. Пчела, вези нас. Главный босс, я как знал. Я как знал, что все этим и закончится. Ух! Я зацепился, нет? Нет, не зацепился. Главное, чтобы она не какнула. Когда я вещу на ней своей паутиной. Есть, попал. Ну чё, мы едем или нет? Пчела, вези меня. Вы чё халтурите вместе с моим муженьком? А, мы почти на землю уже приземлились. Офигеть, я боюсь. Я сейчас в лепёшку расшибусь. Фу! Товарищ, прости за опоздание. О, он этого, мухмера везет. По пути мы нашли помощника. Привет, соседка. О, ещё жучара. Мехмур один к службе готов. Зверь не уйдет. Мы приближаемся. Затащи Мехмура на спину птицы своей паутиной. Вперед! Как я это сделаю? Он же такой тяжелый. А где птица вообще? Ладно, надо вначале спуститься. Мехмур, Мехмур, Мехмур. Затащить его на спину птицы? Это, конечно, жестко. А, вон она, птица, она внизу. Так, сейчас я, наверное, к птице вначале. Оп, надо еще разок. Подсадите меня, товарищ пчела. Сейчас другой захват. Да что ж такое-то, не получается. О, наконец-то. Так, теперь сиди сюда, Мехмур. Все, мы сделали паутину, теперь можем спокойно тут перемещаться между ними.
Слушай, ну наш воздушный этот шар, из чего он там? Чего мотель-то сделал воздушный шар? Из шелка? Он прям летит, я тебе могу сказать, покруче, чем эта птица. О, наконец-то! Я на позиции, берегись! Отсоединяю Мехамура! Готово! О-хо-хо, ты посмотри, что происходит. Жесть. Как он ее защемил. Ядрен батон. И чё? Чё ты будешь с ней делать? Мы победили птицу, это здорово. Она теперь нас не сожрет. Я могу ее просто по лбу вот так вот надавать лазером. Благодарю вас, месье Муравей. От вас было помощи больше, чем от всех остальных, мне кажется. Получилось. Зверь обезврежен. Товарищ, что будем с ним делать? Скажи ему уйти отсюда. Слышишь меня, птица? Мотылёк подлетел такой, йо-йо, на понтах. Типа, знаешь, у меня тут братва, я теперь могу крутить пальцы веером. Ты сжёг все мосты. Насекомые этого леса не потерпят, чтобы ты ел и похищал наших друзей. И теперь мы можем себя защитить, потому что у нас есть Мехмур. Найди себе новый дом. Улетай подальше отсюда, туда, где живут другие птицы вроде тебя. Куда-нибудь, где ты сможешь наконец найти друзей. Но убирайся немедленно, прямо сейчас. Пока я не придумала. Я надеюсь, он понял? Кажется, да. Все, улетел шалаш. Ох, это было очень страшно. Я не был уверен, что смогу пообщаться с ним, но у меня получилось. И дождь сразу прошел. Спасибо, подруга. И спасибо тебе, парень подруги. Твоя храбрость дала мне силы противостоять этому злу. Благодаря вам в нашем доме стало безопаснее. О-о-о. Пау-пау-паучок. Вместе с муженьком теперь мы летаем на паутинках. Он на голубенькой, я на беленькой. А, у него цветная паутина вообще. Ну вот и все, собственно. Вот и финиш, вот и финал. Мы прошли игру. Шалашник улетел. На заднем фоне у него дождь. Ну, типа он плачет. И меня лишили дома. Мне теперь нужно найти новый. Муравьи теперь охраняют лес с помощью Мехмура. Мехмур, конечно, у них зачетный. Жуки что? Это, наверное, жучок, который возвращается домой. Ага, вот ребята с подбитым крылом, один из них. Пчелки теперь шалашника, дом, походу, будут содержать. У муравьев все шикарно. Они как строили, так и продолжают строить. Муравьи — это Тони Старк на минималках вообще. Своего железного муравья сделали. Это ж вообще восторг. О, смотри, киборг-паучок. А где такого достать? Офигеть, как он классный. Ребята на тусу побежали. Во-во-во, смотри. 4 паука есть. 5 пауков получается есть, которых можно открыть, наверное. О, скейтер, здорово. Бойфренд. Ну да, это мой бойфренд. А где я? И ты. В конце написано «и ты». Вся моя братва и я. Мы типа сейчас сыграем свадьбу и будем жить долго и счастливо. И, конечно, медовый месяц у нас будет в шалаше. Блин, я к мухе так и не долетел. Не похвастался, что я съел почти всех мух. Мне еще 3 мухи надо сожрать. Че, все на этом? Ой, да. Йо-йо-йо. Мы можем поболтать со своим муженьком. Он подарил нам сердечко на медовый месяц. Так, походу я теперь могу стать таким же, да, как он? Ну-ка. О, я теперь сам муженек. Надо тогда корону снять. Теперь я паук-мальчик. Корону надо снять. Вот и все. А что можем одеть? Медсестру? Ну нет, это слишком. Можно какаху. Вот какаха это в тему. Ну что нам получается? Нам нужно найти оставшихся пауков. Сколько у нас там получается? 1, 2, 3. 3 стикера нам нужно найти. Один стикер мы получим точно за мух. Это я вот прям 100% уверен. Кстати, смотри, у меня теперь цветная паутина. Офигенно, как я долго этого ждал. Как я этого хотел. Здорово же. Пришел, короче, к мотылю домой. А со мной тут жучара хочет поболтать. Привет, соседка. Классная экспедиция. Видели, как я оттянул воздушный шар? Как тебе?
Я такой бз-бз-бз, а вы все такие вжух, бах, тра-та-тах. Это было просто потрясно. Спасибо, что помогла мне выйти из навозного шарика. Этот мир оказался гораздо веселее, чем я думал. Ну так еще бы. Должен будешь, понял? 100 500 000 лет баксов. Я думаю, что все оставшиеся паутины, которые у нас есть, вот у меня даже задание еще висит, найти все золотые паутины. Эти паутинки находятся где-то на территории пчел. Я так подразумеваю? Но это не точно. Кажется, нашел. Пойдем покажу. Вот тут вот в углу белая пыльца такая. Тогда в прошлый раз я видел такую золотую пыльцу, вот подобную, а тут белая. Может, нам сюда? Ну-ка, пойдем проверим. Ха-ха-ха, точно. Точно. Ну, привет. Опять ты. Мне нужно получше их прятать. Но тебе ни за что не найти еще одну. В смысле, еще одну? Мне их две надо найти. У тебя тут мух случайно нет? Мне мухи нужны. Я не знаю, где они все спрятались. Не, мух тут точно нет. Ну ладно, выбираемся тогда, идем искать следующие паутинки. Короче, эту паутинку я нашел вот здесь вот, кому будет интересно, кто будет собирать. Итак, смотри, нашел еще одну белую пыльцу. Нахожусь я вот здесь вот. Это получается левый верхний угол. Вот, пойдем туда. Ой, не туда забежал, надо пониже. Бежим. Да, вот она эта паутинка. Эй, паучок, здоровенько. Что скажешь? Не может быть, ты опять нашла меня. Видимо, у тебя отличное зрение. Я сделаю все, чтобы ты не нашла еще одно секретное место. Ну давай, давай. Ну вот и последнее, по всей видимости. Надеюсь, что это не переход к другой карте. Ну, в смысле, в другую область. Я нахожусь сейчас вот здесь вот и в верхнем левом углу. Заходим. Да, последняя паутиночка, я нашел тебя. Невероятно. Хорошо, я сдаюсь. От тебя не спрячешься. Вот. Держи свой приз. Поздравляю тебя, победительница игры в прятки. Спасибо. Радугу подарил? С золотой паутинкой? Ну-ка, давай посмотрим. Ага, я такой же, как ты теперь, да? И золотую паутину пускаю? О, да, круто. Офигенно. Мух тут тоже наверняка нету. Ну что ж, с золотой паутиной мы закончили. Это очень хорошо. Теперь нужно искать мух. И еще что-то, вот я не знаю, что... Потому что два стикера, один из них это муха нам даст стикер, а другой я вообще без понятия, где его искать. Ну, мух-то я думаю, что будем искать все-таки возле жуков, потому что я там нашел одну секретную муху, которая на карте не отображалась. Так что вполне вероятно, что там есть еще парочку секретиков. Прикинь. Короче, перелетел гору ради интереса и тут нашел какую-то кнопку. Написано типа нажми. Нажал. Мне дали шапку. Смотри. Кнопочка, которая меняет шапки. Ковбой. Шапка-ушанка какая-то или каска была. Санта-Клауса, бантик. О, клешни какие интересные. Нифига себе. Что еще есть? Йоу, азиатская шапочка, пират, повар, детская шапка с вентилятором, каска велосипедная, ковбой снова, волшебник, детская шапка опять, Шерлок Холмс. Ну тут рандомно уже все пошло, но мне, конечно, вот это больше нравится, она такая необычная. Она превращает меня то ли в жука какого-то, то ли в муравья, я не понимаю. Так, дайте мне что-нибудь еще. Ковбой, точно нет? Нифига себе, там этот был венок из цветов живых. Так, шапка-ушанка, конус. А это что такое, непонятно? Конус, это вообще офигеть. Так. Может, конус оставить? О, цилиндр есть. То есть я еще не все пересмотрел шапки. Может быть, что-то еще появится? Пиратская? Может, пиратскую оставить? Сейчас, если она выпадет. А шапка художника? Викинг! О, буду викингом. Она под этот скин вообще подходит офигенно. Так, что мне тут походу падать надо, да? Я сейчас паутинку сюда смогу сделать? Так, ну, еще ниже. Спускаемся. Эх. Не получается паутинку никуда зацепить. Черт. Ну ладно, допустим.
А туда наверх. Сейчас, подожди, попробую наверх запрыгнуть. Получится, нет, как думаешь? Почти, прикинь, получилось, и в обраточку. Офигенно. Ну вот и здорово. Сейчас я здесь еще паутинку приплету, которую случайно сломал. Вот. Ну, будем знать теперь, где шапочка. Я сейчас тебе еще покажу расположение карты вот здесь вот. Так, кажется, я тут кое-что еще нашел, смотри. Вот этот вот белый фон с белыми пылинками показывает, что можно забраться наверх. Я нахожусь вот здесь вот. Сейчас попробуем туда залезть. Опа, получилось. И что же здесь у нас? Муравей? Муха! Муха, наконец-то я нашел. Муха, иди сюда. Муха! Вернись, ты мне нужна. Интересно, сколько их здесь? Одна или две? Или, может быть, все три? Да, блин, не поймать вообще. Наконец-то! Чумовая мушечка. А что здесь происходит, муравей? Привет. Есть минутка. Для тебя всегда есть. Мы тут строили новый туннель, и он обвалился. Мои товарищи идут обратно за стройматериалами. Но наш робопаук застрял под обломками. У вас есть робопаук? Робопаук? Я думал, у вас есть мехмур. Офигеть, сколько у вас роботов? Поможешь мне его вытащить? Подожди, это тот робопаук, которого мы в конце титров видели, что ли? Сейчас пойду я его достану. Точно, вон он поломанный. Сейчас я его достану, не вопрос. Так, вытаскиваем. Мне его, видимо, надо прям поднять. Ну, да что ж такое-то, а? Давай, подвешивайся. Так, настал момент истины. Пойдешь со мной? Давай. Да, я его вытащил. Все, вот, держи. Я его притарабанил почти. Эх, сложновато все тут. Так, надо вот это все нафиг отстрелить, а то я тут уже запутался. Чё, где? Ну, блин. Там он снизу еще. Вот так вот. Ну чё, я его достал. Вот он, пожалуйста. Держи. О-о-о! Вжух-вжух-вжух! Здравствуй, инженер. Благодарю за спасение. Это робопаук поврежден. Вернитесь на базу для починки. Он его утащил на базу. Ну чё, чё скажешь, я вытащил? Спасибо, паучок. Этих старых роботов трудно заметить. Ты нас спасла. Ха, наконец-то. Вот, в принципе, последняя ачивка. Да, последний стикер. Еее, робо-паук-викинг. И у него синенькая паутинка. Такая кибернетическая. Осталось только с мушками решить вопрос. А, их еще две нам осталось достать, и где же их искать? Ну, конечно же, вот на таких вот местах, как и вот это. Надо взлетать повыше, на все горочки, залетать, проверять. И уверен, что мы найдем оставшихся двух мушек. Короче, долго-долго все лазил, искал, где же эти две мушки могут быть. Не удержался и пошел, короче, гуглить, потому что уже реально часа два, наверное, потратил на все это дело и запарился. Итак, короче, выяснил, что где-то здесь. Надо будет сейчас туда залететь, в туннель, где вот эта цепь. То есть это первые качели в районе жуков. Нахожусь я сейчас вот здесь вот. И нам нужно грамотно туда залететь. Сейчас попробуем. Опа, получилось. Цепляемся. И где-то здесь две мушечки. Это секретная локация. О, вижу мушку. Вижу. Иди к папочке. Есть одна, и где-то должна быть вторая. А вот и вторая, собственно. Пожалуйста. Нам. Все! Достижение получено, мы съели всех мух. 48 штук. Обалдеть. Ну что, пойдем сейчас. А, я еще могу вот сюда куда-то залезть? Пойдем посмотрим, куда это. А, вниз я падаю. Все, понятно. Муха, обвисшее брюхо, красные глаза, вонючая... Муха. Я пришел. Это ты. Ты чудовище. Ты съела всех мух до последней. Проклинаю тебя. Ты познаешь всю ту боль, что чувствует муха. Я стал мухой, только без крылышек. А, нет, у меня лицо мухи. А тело до сих пор этого дрона. Прикольно. А чё ты... Ты что-нибудь еще мне скажешь? Кто это к нам пожаловал, могучая хищница? Ты переела? Давай-ка попробуем освободить тех, кого ты пленила.
Ха-ха-ха-ха, летите, друзья, летите на свободу. А куда они летят-то? Они в паутину попадают. Прикол. А почему 4 только? Где 48? Почему 48 нет? А, ну вот он, парочку освободил только, а я их сейчас сожру. Давай сожжем их, что ли, снова. А не могу, прикинь. Потому что у меня мордочка мухи, а не паука. У меня нет жвал этих, которые будут пережевывать пищу. Давай сейчас, подожди. Подожди. Вот робот. Не, нифига, прикинь, она не снимается. Снимите, пожалуйста, вот. А теперь получится, нет? Да, теперь получится, смотри, сожрать. Забавно. Ну что, все это финиш? Финит а-ля комедии. Мы прошли полностью игру на 100%, все достали. И это круто. Если тебе понравилась эта игруха, то не забывай ставить лайк и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну а на этом все. Увидимся и услышимся в следующих роликах.